Всем привет! С вами Нубяла 228. Да, и Пло еще. И сегодня мы будем глифелить на сервере CraftU. И со мной сегодня какой-то чел. Как тебя зовут? Net Travels. А я думаю, я с Марком буду снимать ролик. Слушай, ты, Марка тут нету. Все, колоти, ты будешь сниматься со мной, понятно? Ну ладно. Ну ладно, колоти, ребята, мы начинаем. В общем, сейчас мы будем начинать. Я, в общем, в лоле тут одного пацана, который будет ловить, а Тревельс палочка, и ты будет писать, да. Я же тебе говорил, надо еще алмазника было написать. А то ищи я... игрока с ником Хакер. Хакел? Хакел, Хакел, XXX, Хакел. Хакер XXX. XXX, Хакел XXX. XXX. Я не знаю такого, нету вроде вообще такого. В лоде нету, ну давай попробуй. Да, он не... Че, не донатил? ТП, сэп. Да, он игрок гол. Отлично. Че, столкнули? Отлично, летит ко мне. Прям, вот, все, готов. $60. Так, до шутка 1-1-1. До шутка? 1-1-1. 1-1-1, до шутка. До шутка 1-1-1. Игрок. Игрок, давай, тяпай. Я уже тэпнул. Давай, ударяй. Это Алекс. Плюс 21 доллар. Как деньги сыпятся-то хорошо. Ну вот, тебе-то холосо, а я-то тут только вещи собираю. А вещей нету? Нету. Так я тебе говорю, только тут эти кикстартеры, которые мы в тела нашли. Кстати, надо было бы их вообще переложить в сундук. Жо-жо-жо. Креатив, видишь, как ник у него? Жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо. Ну, кажись, ему сегодня вечером хорошо. Хорошо, жо-жо-жо-жо-жо. Ну чё, никто не будет. Ну ладно, я тогда поставлю на паузу и будем сдать. На, вот так вот. Так, в общем, к нам ходит тэпаться какой-то миплогил. Я не знаю, кто это такой. Мы не знаем, кто это такой. Паша, я Пашу тэпну. Паша? А Паша это у нас обычный игрок? Да. Отлично, давай, убивай. А, ну это Стив. Ой, ну, ко мне офигеть. Он обо мне прям удалился. Аж больно стало. Чё, ещё? Ещё кто-то хочет тэпнуть? Так, Непрогир. Непрогил. Обычный? Никит Сталтил, да? Ну, Козлина. Он Никит Сталтил. Здесь кто-то есть. В смысле? Здесь кто-то ломает блоки. Ну, нашу стену не заплеваченную. Ой, это плохо. Ну, она все равно не нужна. А если там он еще что-нибудь может сломать? Здесь он что, под ванишем, что ли? Да, под ванишем. Ой, плохо. Тебе не страшно, что тебя забанят? Да нет. Я помню, когда Малк делал глиф колоте на 5 минут, это было жестко. Я даже сам не смотрел сильно-то, потому что 5 минут, ну кого там, все глиф на 5 минут, это что такое-то? И убил 100 человек за 5 минут, нормально. Да, Вася, не говори. Ну, колоте, ладно, я ставлю до сих пор на паузу, потому что что-то никто не хочет эпаться. Ты там бегаешь по паркуру, да? Да, я такой неясный, да. А, вон я тебя вижу. Да, привет. Ладно, так, ставим на паузу. Так, к нам хочет тэпнуться какой-то Колс. Колс? О, кикстартер, кикстартер. Кикстартер, ула. Я ловлю, точно ловлю. Не ловлю, но ловлю. Ловлю! Бодысь! Ой, у него тут помимо кикстартера, тут у него еще эти луды, и у него поносанная вся килка. Это, кажется, он на автосахте был. Еще бы голенького тэпнуть. Сто, еще голенького. Я тут еще складываю лес, и все, он летит. Летит, лепесток, телезапад уже улетел. Так, еще ко мне хочет тэпнуться. Еще? Ничего себе, а что так много? О, голенький. Голенький, так неинтересно. Он читак, он сквозь блоки бьет. Ты его хотя бы сможешь? Нормально, холос вообще. Все, он упал. Сколько ты? Три сердечка, погоди, мне надо полекаться. У тебя от лисел дичка осталось? С половиной, да. Он мне много подамажил. Я уж кушать его хочу. Вот ты аж жрать хочешь. Ключики стар. Так, я еще добавлю тут. Наконец-то. И что там еще добавишь? Или алмазника. Вот это уже получится. Ой, по-английски написал. Это уже получится. А может быть, даже в конце этого видео лолика мы будем просто путешествовать и находить каких-то чуваков. Не точно. Может быть, просто.
Может быть. Мои сообщения, да? Да, вижу. Как ты думаешь, будем мы в конце видео Лолика еще кого-нибудь находить просто так, на ходьбе? Или на РТП? Бесплатное ЛТП. Рандомное ЛТП. Ну, можно. Ну, потом посмотрим, в общем, там где-то. Ладно, в общем, тогда я пока вставлю на паузу, да, и опять подождем мы. К тебе кто-то хочет тэпнуться? Мосмафу. Мосмафу, он что, голый? Да. Ладно. Полетел. Голый нам тоже не помешает. О, $41 с него. Ну, так мало, но все же. Ну, это хоть что-то. Ну, ладно, еще один голый на нас. Я Мосмафу убил, теперь ко мне босс 229 хочет тэпнуться. Кстати, ребята, кто... О, премиум ко мне. Ой, тебе хана. Нет, он... Что такое? Он вроде не в креативе. А он вообще в броне? Он в броне, железки и боты алмазные. Давай! А, он ушел. Блин, ты что его удалить-то не мог? Да я вот именно я бью, он не хочет. Ну, значит, гамемот какой-то. Это не хочет эпнуться. В общем, ребята, кто посчитает, сколько мы сегодня человек убили, тому много чего я дам. Ну, я не знаю, я зануб, я не знаю, подумаем, что-нибудь там дам. Может быть, лайк. Он в ПВП решим зашел. Сиди на шифте. В смысле, в ПВП лизы? Он, короче, тэпнулся ко мне. Ну, я его телепортировал, он, короче... Убил тебя? Да. Нет, так нечестно. Я его вижу. Его вроде я бы ник... Я тоже вижу. Никнейм, я вроде бы его вижу. Блин, он что, в креативе? Он в креативе, что ли? Босс в креативе? Ну, вроде нет. Ты сможешь его убить, что ли? Нет, не смогу. Я могу, конечно, алмазную броню. Попробуй столкнуть. Нет, давай алмазную броню одену. Не надо. О, я с голым пацаном дерусь у нас дома. Можешь ТП кинуть ко мне? Без проблем, я могу просто Хоми написать, давай. Пиши Хоми. Вот. А, ну-ка, эндер гребаный. На. Сейчас килкой тебя усатаю, на. Сколько взял? 64. Давай его ушатаем, этого премиума. Ой. Кто тут? Я. Ты залаза, ты зачем это сделал? Эй, блин. Он меня спалил, кстати. А, он меня я видит. Я его чуть не убил. Ай-яй-яй. Это ты? Надеюсь. Да, я ударю. Ребята, у нас, в общем, ПВП тут с премиумом. Он может сейчас нас забанить. Это, кстати, плохо. Ой, я его бью. Ты мне прямо на него затолкал. Он меня убил. Я тоже. Хоми, мы должны его убить, мы должны его столкнуть. Он вроде ушел, а нет. Нет, он там, он в блоках, слышь? А нет, он тут. Он опять в гемимоде. Почему он такой, а? Он вышел. Вау. Он такой жесткий. Нет. Давай. Не хочу! Мы можем потерять алмазку! Он же в гемимоде! Он выходит из него! Какая лазница! Я одену лучше китсталт! Я тоже китсталт одену! Погоди меня, я сейчас вещи скину! Сейчас алмазный меч, колоть, я с ним алмазным мечом сейчас буду длаться! Ты своим алмазным хочешь? Нет, обычным! Он тютя! Он тютя! Слышь, он меня хочет сейчас бить, что ли? Ня! Он не в ПВП-режиме, слышь? Я его в ловушку затолкал, я его убил. Влоди, он зыв... Вышел во время боя и был наказан. Ага, залаза. Давай, мы можем сейчас. Давай, в ловушку тэпайся саму, ловушку. Да ты куда? В ловушку надо тэпаться. Нормально. Я тэпнусь... Ты чего еще индупелла взял больше? Нормально. Господи. Так, здесь лут есть. Вроде вещи есть тут. Чё, так, вот тут а маска скидка? Есть? Слышь, тут из китстарта какие-то веси, типа этот веси. Это кажись его, слышь? Потому что нет, у него железная броня была. Так а у меня тут только в воронке, только остота один медь, железная килка медь и 8 залиной свинины. А я выйти не могу. Так тут он надо отдельный проход сделать. Он же тоже вроде бы железным мечом с нами длался. Мне кажется, мы его вот эти вот веси взяли и все в лоде. Больше, кажись, все остальное, все это. Найди двери. Что? Одну. Парочку, ну, короче, двери сделай.
Да блин, мы за видео снимаем конкретно, блин. Ладно, поставлю на паузу. В общем, к нам хоть тэпнется какой-то лоял зомби голенький, но все равно мы сейчас его убьем. Да? Убьем? Да. Еще как убьем. Ты просто его так убил? Да, 12,5 долларов получил. Ну, так все равно мало. Ну давай, писы дальше, в принципе. Я пока, наверное, даже пока ставить на паузу не буду, пока тут пробегусь, окрестностью посмотрю. Да ты что, просто так бегаешь? Ну, а чё бы нет, блин. Все равно за нечего делать. Я тут... Чё, мне сдать, что ли? У тебя, блин, тут задача поважнее. Смотрю, тут плеваты всякие лазные. Ой, игрок, ой, они топятся. Иглок, он в кидсталтере? Нет. Почему? Мы заговорим, плевитю кидсталтела. А тогда напиши еще голых убиваю, чтобы нас еще... Ну, вот я написал. А, голых убиваю? Всё. А, я что-то не вижу. Просто так, я сейчас там доски скину, иди, бери. Скинул. Доски? Ты где? Где скинул доски? А где скинул? А, вот 8 досок, и чё? Просто забери, на всякий пригодятся. Господи. Я с него 96 долларов получил. Ну, всего лишь 196. У тебя там на балансе совсем мало. 9500. Ты откуда, где накопал? Нашёл. Тё. Ты чё, его просто так убиваешь? Да, 37 долларов за него. А не проще было бы просто сразу в ловушку скидывать? Чё? 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 Ай! Чё? Вот это! Чё? Всё такое? Говори! Погоди, всё нормально. Ко мне опер пришёл. Ого! Он чё, этот? А, он пишет бан? Это тебе, что ли? Он чё, ПВП с тобой? Нет. Он хочет. Хочет он ПВП? Он в броне уже. В какой броне? В кидстарте. В кидстарте? Ну, неплохо. Я тоже в кидсталте. У него спиды. Спиды? Так это же не тесно. Вот здесь блоки есть. Ты чё, хочешь его убить? Я хочу его закрыть. Мне кажется, он тебе бан прописывает. Нет, он то ходит, то стоит. А Дима, помогите, я застряг. Меня нельзя убить, он писает. Я не знаю, он что, для тупых, что ли, так писает, или что? Хом мне. М? Я хом прописал. Ну и что, он там, что ли? И что нам делать? Ладно, ребята, колоть, я в общем, потом надо это... Надо по несчастливой ноте закончим. Да, вот на счастливой ноте, ну или как-нибудь, или не на счастливой, ну посмотрим как. Ладно, сейчас, минуточку, секундочку точнее. Увидимся через секундочку. В общем, сейчас, ой, пластите. Ниндзя-самурай пришел. Ой, ниндзя-самурай, привет. Ну, в общем, этого Нед Тревелса, он восел нубяла. Я, колоть, того опила завалил. И я получил с него 3 супелтяленных яблока. И лук его. Ну и еще тут блоню, типа кидсталта. В общем, мы его убили. Это эпичный был килл, потому что мы убили опила. А опил это привилегия за сколько там денежек? Это я не помню. Опил плюс там был, да? Нет, просто опер 150 рублей. Опил, мы, прикинь, мы победили просто 150 рублей колоть, можно так сказать. Он что там... Привет. Что ты хочешь? Лол. Он мне скинул сапку. Ты чё, офигел? Отдал сапку. Ладно, колоть, ребятки. На этом серию мы закончим, потому что это идеальная была серия. Всем спасибо за просмотр. С вами был Нубяла Пло 228 и какой-то там тролль-нуб. Всем бай-бай.